Итак, «Скорпионы» — это как загадочная, но открытая книга. Ее можно читать и ничего не понять. Только в том случае поймете, если сам автор захочет вам рассказать о своем содержании. Всю неделю вы трудились над какими-то секретными заданиями, а возможно, над глобальными проектами. И теперь вы заслужили самый настоящий отдых. Эту неделю отдыхайте. Все бонусы, которые вы нарабатывали на прошлой неделе, возможно, в прошлом месяце, они придут именно в этом месяце. Расслабьтесь. На этой неделе все будет хорошо. Попробуйте себе позволить смотреть в будущее, не задумываясь ни о чем. А на этой неделе, возможно, даже потратить все бонусы. Скорпионы, эта неделя ваша.